Что вас побудило совершить данное преступление? Нехватка денег, средств, плохое финансовое положение, нечем платить кредит. Ребенка тоже надо обеспечивать, убивать, убивать. Скажите, а вы официально трудоустроены? В данный момент нет. А ранее была у вас работа, стабильная заработная плата? Была, но заработная плата маленькая, мизерная. Для нашего времени не хватает людей для того, чтобы нормально жить.